Блин, а что, еды никакой нет? Ну, хоть что-то. Ладно, давай съедим хоть что-то. Так. Больше ничего нету. Тумбочка. Больше ничего нету, да? Ага, конечно, Кусь, конечно. Ты меня не обманешь. Ага. Так, погоди, а тут же был где-то шкаф. Тогда его, помнишь, открывал? Сейчас нету. Вентилятор. Ну, все вроде. Кальвина, коллега, не замечает ничего странного. Эдетическая память, погружен в работу. Идеальное здоровье без больничных. Ну так иди спать, Кусь, я ж тебя не держу. Новая запись. Шоу. Даниэла. Директор IT-отдела. Не любит тебя, еще больше не любит Алекса. Надо узнать, почему. Памятка. Исследовать. Повар Митчелл и взлом эмоций операторов. Дайо Игве. Нанят Алексом. Дешево обошелся из-за его спорных взглядов на психические явления. Один из лучших ученых на станции. Интроверт. Знает про опыты. Верен Алексу. Верит, что твой брат и Тифоны спасут его карьеру. Екатерина Ильюшина. Главный инженер. Не разговаривает с тобой. Были недолгие отношения. Ты прервал их, когда начались опыты. Она уверена, что ты это сделал, узнав про ее заболевание. Парапраксию. Удобное заблуждение. Ага. Так, увеличит максимальную пси-энергию. Увеличит урон, наносимый электрическим взрывом. Ну, такое. Уменьшает затраты пси-энергии при использовании телепатических способностей. Вот это хорошо, да. Критический урон. Повышает шанс нанести критический урон разводным ключом. Нормально, да. Круто. Телепатия. Так, у меня до сих пор 3 нейромода. Тут мне нужно 6, да? Блин, отношение ладно. Было разумно. Не так больно, с учетом грядущей потери памяти. Ну так ты ж девочка. Обычно девочки есть принцесса. Парапраксия. Поражение нервов. Не дает использовать нейромоды. Агрессивная химиотерапия предотвращает дегенерацию. Делает кандидатов непригодными для назначения на Талос-1. Сара Элазар. Глава службы безопасности. Не друг. Знает про тифонов. Не знает об опытах. Подозревает. Ей доверять можно, но она не верит Алексу. И тебе. Пока. Я исключение. Ну да, ну да. Не верю. Не верю. Блин, ну вроде все. Вроде больше ничего такого интересного нету. Угу. Комната Алекса. Так, здравствуй, братик. Пароль не найден. Угу. Хорошо. Ну, еще не вечер. Два нейромода. Так, еще один, и у меня будет максимальный костюм. Охерели, что ли, блядь? Стимулятора. Да в смысле, блин? Где эта хрень прыгающая? Не могу.
могла она просто так, типа, взять и вылететь нахрен. Так. Чё за херня? Блять, смотрел, не было. Найди, блин. Дебил. Господи, блин. Мать твою за ногу. Так. Есть что пожрать. Давай. Угу. Все, что не можем брать, сожрем. Типа... просто нормально. Я понял тебя, дружище. Еще я понял, что надо делать вот так. Угу. Найс. Все. Зачем мимики будут? Испугал, блин, цветок. Охренеть. Уже такого состояния, блин, то, что цветок пугает. Кушать хочу. Ну так покушай, в чем проблема? Кого? Так. Угу. Так, 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 так. Так, так, так. Блин, в комбинатор бы куда-нибудь утилизатор скинуть. Не, к тебе я даже не пойду, может даже это не смотреть на меня. Нахрен надо. Так, стоять. Не то. Вот это. Господи, а. Разобрать. Так. Подожди, а тут же что-то... Тут же помнишь, кто-то был? Да что за звук? Прикалываешься? Что за место, блядь, которое издает звуки? Смотри. Я прошу прощения, а нахера это сделано? Понятно. Когда разработчикам не хочется заморачиваться со скримерами.
Так, ну тут будет мимика, это понятно. Сканер? Нет. Проблема в том, что нужно поднять свою задницу с кровати, пойти на кухню и что-нибудь приготовить. Будь это просто бутерброд с чайком. Ну, и в чем проблема? Кузька, Кузька. Создаешь слона из мухи. Из мухи слона. Слона из мухи. Так. Да, вот тогда он откинем. Угу. Я тебя понял. Гипсопушка. Здравствуйте. Ну тут у нас что? А, ну тут я был. Да, тут я был, окей. Гипсопушка, гипсопушка, гипсопушка. Давай. Давай, давай, давай. Че у меня по здоровью, фу. Угу. Разобрать я тут не смогу, да? Разделить. Обидно. Блин, я даже не знаю, что делать. Давай, знаешь, как сделаем? Подожди, а как это выкинуть можно? А как? Хорошо. Выбросить. Все, погнали. Еще дротики взяли. Эти старые. Так, а вон там. А, там мы были, нет, там ничего интересного. Так, тут я тоже был. Ну и тут я тоже был. Хорошо. В смысле? Подожди. Так я тут не был, что ли? Да нет, был вот на телефон этот убитый. Чего? Странно. Ладно. Хорошо. Юмор не понял, но хорошо, ладно. Так. Как мне его убивать? С пистолетом. Рот твой топтал, блин. Потело, что ли, стреляет так? Нормально, патронов никуда. Так, слушай, а че я туплю? Раз, два, три. Вот тебе, пожалуйста, свободное пространство. Да, выйди, ну. Дурень. О, господи, как мне не хватает сейчас патронов. Прям ужас. Это прям ужас. Смысле, подожди, как хрена взламывать? Юмора не понял. Подожди, а нахрена мне его взламывать, а он так ной. Кого я взламываю? Взломать.
Кого? Больный, что ли? Ты наркоман. О, господи. Подожди. Пусть подходит. У меня 3 патрона осталось всего. И чем мне с ним сражаться? Колочеметом? Понятно, бля. Да иди сюда. Все, девочка, да? Понятно. Серьезно, а что ты тупишь? Да блин, патрон нету, вот че я туплю. Типа. Скорость костюма нарушена. Это что такое было? Охренеть, блин. Нормально. Вот, освободили место. Мощно, конечно, мощно. Ладно. Хорошо, мразь. Дружище, ты как вообще стрелять будешь? Я, конечно, ни на что не намекаю. А, ну он стреляет, хорошо. Сканирование завершено. Нормально. Доступен новый псионный навык. Ну, может быть, и не буду, когда ты меня перестанешь принцесска называть. Так, 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 вот сюда вот подниматься не надо. Не надо сюда подниматься. Все, меня тут нету. Угу. Твою мать, блин. Ты охренел, что ли? Все, отлюбись от меня. Гениально. Я не знаю, как его убивать. Я просто не знаю, как его убивать. А, все плохо. Все очень-очень плохо. У меня нет патронов тупо для него. Еще интересно, откуда начну. А, ну, в принципе, не так далеко. Ага, удачи. Ой, ладно, похер, взломай, я не знаю, что мне даст этот взлом. Серьезно, это и так моя турелька. Все. Смотрим, сейчас одну поставим вот сюда. Тут еще была одна где-то. Сломанная. Только не помню где. Пойдем по кафешке пробежимся. Угу. Угу. Подожди. Тут нету, да, ничего? Ну да. Ничего интересного. Хорошо. Ну и тут я был тоже. Тут... Господи, хватит.
Вот откуда он говорит? Откуда, мать его, он говорит? Опа. Правильно, стреляй по телепату. Откуда он говорит? Снизу? Или сверху? Вот это откуда говорит, тоже непонятно. Что за наркомания, блядь? Так, ладно. Пошли вниз. Нас вот тут еще были вещи всякие. Консьерж. Угу. Бак. Так. Ходит там электрический этот гад. Так. Хорошо. А мы пойдем в другую сторону. Вот и все. Все просто и легко. Физическая материя, чертеж. Мой новый развертыватель. Хорошо, ничего интересного нету. Нет пропуска. Багаж, яблоко. Ну-ка. Да сожрали. О! Давай. Угу. Ну понятно, да. Прям никаких мимиков, да? Блин, накаляет, когда нет мимиков. Серьезно. Сука, вот 100% будет мимик, ну? Вот 100%. Еще один чертеж. Так, тут поломка, смотри, какая-то. Так. Угу. О, нейромод, супер. Так, нейромода. А, энергия. Не, нахрен это энергия. Инженер. Да, получить. Супер. Модификация костюма. Плюс ячейки. Угу. И все эти открыто. Супер. Защита эфира. Так, это есть. Уменьшает урон, получаем при скольжении. Нет. Позволяет добывать больше зарядов для ошеломителя и калучемета из уничтоженных роботов. Можно. Подожди. Почему я не могу поставить его? А, все, я понял. Да все, успокойся. Ну, хорошо, давай пока поставим вот сюда. Так, это получается у нас чип и психоскоп. Блин. А психоскоп у меня не прокачан. Психоскоп это у нас... Вот оно, да? Так, подожди. А где он, психоскопа? Инженер. Нет, учёный. Вот оно, на психоскоп. Получается 5. Охренеть, блин. Ой, я дурак. Ой, дурак. А, погоди. Он был за меня, лол. Нормально. Окей.
Ну поздняк, братан, ты очухался, ты мне уже нанес дамаг. Записка. Угу. Лист, это неинтересно. Да кого? Да бумагу возьми, ну. Слава, слава, бу-бу-бу. Записка. Так. Собирай голоса. Нет, это звучит серьезно, и я решила выключить транскриптор. Если вы спрашиваете, можно ли записывать нашу игру на транскриптор. Да, я знаю про использование ресурсов в личных... Как вы втянули меня в этот разговор? Ой, мне так жаль. Меня могут убить просто потому, что я вас слушаю. Что? Что? Именно. Что, если мы поужинаем вместе? Что? Вы все время говорите «что» вместо «да». Да, ну вот мы все и уладили. Про транскрипторы не беспокойтесь, это не запрещено. Ну что, вы пригласите меня играть или нет? Нормально. Что ты делаешь? Ты это записываешь? Связанные транскрипторы — это круто. Ничего подобного. Это как дневник. Вы оба сохраняете моменты, которые важны для вас. Где? Вот где? Где опять этот невидимый ёжик? Вот и где он? Какого хера? Ясно. Записка. Угу. Новый код. От сейфа Кальвина. Бля, сейф Кальвина, это вообще пипец. Ты нормальный? Вот откуда он появляется? Что за хрень? Что происходит в этой игре, блин? А, вон и сейф. Никогда. Я не удалял нейромоды. Но сегодня я не смог найти дорогу в аппаратную лабораторию. Целый час бродил по дендрарию. Придумал отговорку. Но Мию что-то заподозрила. Я не смогу делать игрушки для Транстар, если я сказал Алексу, что хочу попробовать. Он дал мне прибор. Парапсихологическое устройство. Автор Морган. Часть компонентов за пределами моего понимания. Найс. Три нейромода. Супер. Вот где он? Понимаешь, он невидимый, его трудно увидеть. Ты его не отметишь. Что такое? Хрен его знает. Так. Уйди нахрен. Так, еще один Новый год. Почтовое отделение. Это Фолс. Офицер Фолс. Мали, у меня важная просьба, деликатного толка. Хочу спросить, можно ли поручить вам наблюдение? Да, сэр, конечно. Гитара. Но я не могу выполнить просьбу такого рода указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора.
Малия, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гальегос. Куда она ходит? Распорядок дня. Посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Хорошо. Отправьте мне отчет в по неделе. Да, сэр. Странно тут все как-то. Капитан, я думала, ваша смена только через 2 часа, но вы нужны мне немедленно. Все в порядке? Нет, не все. Зайдите в мою каюту, достаньте из сейфа оружие. Передаю код. Сию минуту, капитан. Так. Еще бы знать, блин, где она это. Джарди Маркс. Джарды. Скорее всего, Джарды. Нет пропуска. А вот и он. Наш электрофантом. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. 20 патронов. Ой, я дурак. Это от него меня так колбасит. Внимание, целостность костюма нарушена. Внимание. Я понял, хорошо. Это его не берет. Окей. И далеко этот? Сейчас загружусь. Это Фолс. Офицер Фолс. Малия. Блин, ладно. У меня важная просьба. Деликатного толка. Хочу спросить. Можно поручить вам наблюдение. Да, сэр, конечно. Но я не могу выполнить просьбу такого рода без указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора. Малия, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гальегос. Куда она ходит? Распорядок дня. Посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Так. Хорошо. Отправьте мне отчет в конце недели. Да, сэр. Капитан, я думала... Да, но вы нужны мне немедленно. Все в порядке? Нет, не все. Зайдите в мою каюту. Достаньте из сейфа оружие. Передаю код. Сию минуту, капитан. Надеюсь, он меня потеряет. Дорогие будущие мы, сегодня будущие мы не будем себя так называть. Сегодня мне удалось убедить мою прекрас... 3 патрона. Пиздец мне. Заряд. Знаю, но упрямую подругу, упрямую, остаться в постели и не работать сверхурочно. И вот что я за это получила. По-моему, не попался, да? Кого? Так. Ага, найс. Круто. Супер. Не, жопа. Внимание, угроза жизни. Почему я его не убил? Типа, почему у нее не пропали силы? Что? А, это бред какой-то. Это просто бред.
Так. Лишь ты в комнате хочешь забрать или нет, позвони. Или найди Эйви. Внимание! Угроза жизни. Он мне сейчас даже выйти отсюда не даст, да? Ай, хорошо, пусть убивает. Без разницы, давай. Окей. Окей, хорошо. Угу. Теперь это мой самый ненавистный телефон. Так, отбежать. Не надо. Ты никого не видел? Сука, кого-то видел. Хотя... Ну зачем? Ну, братан, ну не надо. Смотри. Тут вкусняшка лежит, да я пошел? Все, идите в сраку. Да пипец, блин. Братан, сорян, но я тебя сейчас вообще никак не спасу. Открой. Все. Нахрен. Пока у меня патронов не будет, я с ним не справлюсь. Закрыть нахрен. 4, 6, 3, 5. Так, и чё? Ух ты! Вот и пистолет. Фига себе. Видал, да? Прокачать его можно? Так, давай прокачаем. Улучшить. Да? Угу. Оружейник первого уровня мне нужен. Сколько у меня там? Ага, 4. Пошли сейчас улучшим. Нейромода. Оружейник первого уровня. Охранник. Вот это? Нет, стрелок. А где оружейник? Подожди. Подвижность, скрытность. Не то, инженер. Вот, оружейник первого уровня. Ага. Нормально. Ученый. Нет. Это вся фигня. Так, улучшить. Огневая мощь. Угу. Все, нету больше, да? Да. Окей. Так, а нахрена мне пистолет скушать, если у меня есть вот это? У меня слот не особо... А, освободиться, все, супер. Так, мусорный бак тут. Больше ничего нету. Только бы его тут не было. Вроде как... Вроде как пока путь свободный. Нормально тут. Приманка для телефонов, чертеж. Инъектор у меня уже есть, был чертеж. Сердце. Понятно, нормально тут. Жил кто-то. Жил и не тужил, можно так сказать. Окей. Давай дальше. Угу. Нейромод. Подожди. Тут ничего интересного вроде нету. Нет доступа, ну да. Тут этот. Угу, мимик. Минус мимик. Нет, тут не только мимик. Тут еще и невидимый хер. Угу.
Они хотят жить внутри нас, как зараза. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Я тебе сейчас дам больше образцов, блин. Лучемет. Где он? Нормально тебе там живется, братан? Внимание! Угроза жизни. Торгист, блядь. Я, походу, сдохну. Ну да. Блин, как мне сильно не хватает патронов. Хорошо, побежали обратно. Этот пока там. Побежали обратно. Блять, я этот микрофон тебе в жопу засуну когда-нибудь, серьезно. Дебил, блять. Так, тут нет ничего. Так, хорошо, я тебя услышал. Значит, сейчас делаем патроны. А мы еще, скорее всего... Да, это, наверное, будет в следующей серии. Знаешь что, давай, наверное, сейчас серию закончим. Вот, а завтра уже тотально пройдемся по всему вот этому дерьмищу. Зачистим весь этот этаж. Наверное, хотя не факт. Че, видишь, тут какой-то дебил микрофон говорит там на кухне. Вот. Давай, загружайся, Тендрарий. До завтра. Хотя, может, сегодня вне стрима я тогда сделаю патроны. И все. Потому что это реально жизнь, блин. Мне просто не хватает патронов. Ну, давай. Все. Ладно, ребят. Давайте, пожалуй, на этом сегодня закончим наш стрим. Всем спасибо, кто был на стриме. Вот. Всем спасибо, кто будет смотреть это видео на ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну а с вами был Нелапсио. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.